Шеба остается в зоне. И забивает ЦСКА, подлавливая торпедовцев на выходе из зоны. Торпедовцы уже подумывали об атаке, помышляли об атаке. Но закрыта синяя линия, сразу же перевод под ворота. И там бросок верхом не мог выручить Тихомиров. И всеми забыт был Мамин перед воротом. Но с неудобной руки красивая шайба.